Сначала мини-мисс, а потом уже мисс Чувашия, мисс Россия и мисс Мира. Почти с пеленок юные красавицы готовятся завоевать сердца зрителей и жюри, чтобы попасть на российскую и международную сцену. Финал конкурса мини-мисс Чувашия определил, кто будет представлять красоту Чувашии в стране. Девочки, вы волнуетесь? Нет! А кто сегодня победит? Я! Для этих юных дам выход на сцену не повод для волнений. Самой маленькой участницы конкурса всего 5, но настоящие девушки о возрасте не говорят и тем более не думают. Ты волнуешься выступать? Нет. А почему не боишься? Потому что я не боюсь сцены. Корона мини-мисс Чувашия, билет на российскую сцену и главные подиумы страны. Поэтому дрожащий голос и волнение участницы оставляют за кулисами. Честно, я вообще не волнуюсь. Я не знаю, может быть, настолько сильно уверена. Просто пришла и сделала, что хотела. Самое главное, достойно с уверенностью пройти. К этому дню девочки готовились целый месяц. Придумывали образы и номера. Главные помощники у будущих успешных моделей, конечно, мамы. Мама тебя поддерживала? Да. Она сидела в зале, и я делала, и она мне говорила все ошибки. Вот она, наша звездочка. Так думает каждый родитель, когда видит своего ребенка на сцене. Гордость, в первую очередь, ну, радость, потому что не каждый ребенок может выйти на сцену, ну, и так выступать. То есть подготовка буквально месяц, а уже такие, ну, вот результаты. То есть дети меняются на глазах. Эта сцена – место для юных, талантливых, ярких и, конечно, красивых участниц. Мы уже выбрали мисс интеллект, мисс талант, мисс спорт, мисс танец. И сегодня, конечно, мы в совокупности будем любоваться всеми участницами на этой сцене. Какие они просто красивые, грациозные и самые яркие. Мини-мисс оценивают настоящие профессионалы своего дела. Наша задача выбрать ту самую девочку, которая поедет на конкурс «Маленькая мини-мисс России» и представит нашу республику, нашу любимую Чувашскую республику. Минуты до начала. И вот уже на сцене 40 участниц. Время показать себя. Тринадцатый и 37-й номера в этот день первые. Кристина Пильщикова и Анна Думнова – новые обладательницы долгожданной короны «Мини-мисс Чувашия-2022». Екатерина Никитко, Сергей Емельянов, Республика.